Здравствуйте, здравствуйте. Ну чего там наш олень-то упряжка готова или нет еще? Ой, хороший. Не переживай. Егорка, ты этот сотовый телефон возьми. Дедушка-то Сникерс заточил, пока я. Молодец, дедушка. Только о себе подумал, дедушка. Конечно, но так у вас-то времени было пофига. Или чего-нибудь замучить? Ой, ну будешь вам просить? Не будет вам ругаться-то в новом году. Чего, правда, да? Да. Мы ее научим до Нового года. А потом хорошей ругаться не будет. Да? Но самое главное слушаться, так поэтому и ругаться не будет, мамка. Так ты же письмо писала Дедушке Морозу. Да, спасибо. А я хотела котенка вот такого. Котенка хотела? Да, ой, дедушка, ну что ты котенка-то не подарил? Ой, ну так я животных-то не дарю уж никогда. Да, я знаю. Хватит оленей с тебя. Он красивый. Ты самая счастливая девочка в Москве. У тебя есть своя олень, Гоша. И олень, и Дед Мороз. Все, матом все. Кроют, уже кричат. Да не кроют деда никогда матом. Сейчас вот они оленей увидят, и все у них хорошо. Держи, держи телефон сотовый твой. Ой. Слушай, а может быть мы снеговику дадим? Да куда же снеговик-то? А, это снеговик? Так, сейчас их минуточку, мы сейчас равно не едем. Ну и чего? Вот в каких джинсах ходит Снегура. Конечно. Ой, палочку, палочку. Деда, ты куда же ты меня забыл? Давай, о, хорошо. Ты думаешь, я... Камеру дать тебе, Ален, или не надо? Нет, я думаю, что сейчас не до этого момента. Ой, поехали. Давай, доедем потихоньку. Подождите меня! Иди, 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 и